Теперь об операции российских ВКС в Сирии. Как рассказали сегодня в Минобороны, за последние двое суток наша авиация выполнила 121 боевой вылет. Удары были нанесены по 424 объектам террористов. В том числе было уничтожено здание, где находились главари группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Также ликвидировано 6 объектов незаконного нефтепромысла террористов, в том числе более 20 автоцистерн, использовавшихся ИГИЛ для контрабандных поставок нефти в Турцию.